Сегодня в Бендерах в микрорайоне Солнечный открыли поликлинику номер 6. Ее ремонтировали почти год. Сейчас там не только принимают врачи, но и работает дневной стационар и физиокабинет. Бендеры, Солнечный. Здесь пятиэтажки по Ленинградской, 22, снова работает поликлиника. Этого события жители микрорайона ждали почти год. Столько шел ремонт. Обновили все. Потолки, стены, полы. Вместо старых окон – стеклопакеты. Ранее это пространство пустовало, это был большой коридор, и мы перегородили часть коридора и открыли кабинет дневного стационара на 5 коек. Очень получился светлый, поставили кондиционеры, кабинет процедурный, соответствующий всем санитарным нормам. Есть здесь и свой физиокабинет. Теперь, чтобы подлечить горло или нос, не нужно ездить в городскую водолечебницу. В физиокабинете будут проводиться физиопроцедуры на аппарате ОВЧ, аппарат ультрафиолетового облучения и аппарат небулайзер, который будет делать ингаляции препаратами по назначению врачей. В поликлинике работают 20 медиков, терапевты, педиатры, врач-гинеколог. В поликлинику приходят более 11 тысяч пациентов. Это жители нижней части микрорайона Солнечный и улицы Кишиневской на Борисовке. Поликлиника в любом районе нужна. Или мне ехать в центр, или поликлиника находится прямо практически под боком. То есть для любого человека, особенно для пенсионеров, это очень важно. Для детей, для маленьких. Вообще для людей, которые живут, проживают в этом районе. В каждом районе, я считаю, что должна быть своя поликлиника. Солнечный – один из крупных микрорайонов в городе. Теперь поликлиники здесь две. Еще одна работает по улице 40 лет Победы.